Всем привет! Вы на канале Умные Животные. У меня попугай снес яйцо. Капец! Крошка снесла яйцо. Вы только посмотрите на это. Да, вот это весеннее обострение называется. Теперь можно точно сказать, что у меня попугай девочка. Девочка, крошка. Если честно, это очень плохо. Потому что крошка у меня живет одна, поэтому можно 100% сказать, что это яйцо-пустышка, жировик, который нужно срочно убирать и не допускать больше, что происходила кладка у попугая, потому что для ее организма это очень плохо. Она потратила весь кальций для того, чтобы создать это яичко впустую. Из хороших новостей у нас над дверью поселились птички. А вот как раз летает папаша и кормит детвору. По описанию Гугла эта птичка называется горехвостка-чернушка. Вот. И она садится 2 раза на кладку. Вот. Да. Где-то 2 недели они высиживают, и за 2 недели вырастают птенцы и вылетают с гнезда. Вот так, значит, интересно. Родители каждый день с утра до вечера летают и пытаются прокормить своих детей. А их там немало, 5 штук. Вот так у меня получилось заснять. Сильно не лезла в гнездо, поэтому какие получились кадры, они ценные, так сказать. Такие милые динозаврики. Очень круто за ними наблюдать. Просят покушать.